Здравствуйте, дорогие петербуржцы! Вот наступил у нас 2013 год. И сегодня в гостях в Театре поэтов я, Дедушка Мороз, позвал двух поэтов. Это у нас поэт Денис Денза. Здравствуй, Дениска. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Да. И Лизонька Вавилина. Здравствуйте, Лиза. Подарочки принесли да. нам. Подарочки я вам отдам, но вы мне сначала по стишочку, пожалуйста, прочитайте. Как в детстве прям. Да, начинайте. Закрывала глаза и мечтала о том, чтоб меня унижал, ревнуя к друзьям. А потом резко брал у скрипучей двери, заводясь все больше от этого сам. Открывала глаза и искала в потемках твой нетлеющий взгляд и рельефы спины. Но горел телевизор каналом культуры, материться хотелось причиною ты. Я искала табак, зарывалась в соцсеть, ты там тоже висел, несменно молчан. Я кипела тобой, но ждала губы сжавшие и молилась, чтоб фразу мне написал. И пыталась уйти, поготовить на кухню, агрессивно нарезать сочный томат. А потом возвращалась проверить компьютер, открывала уже ненавистный контакт. А там снова так пусто, а там снова другие. Не встречат бредоносность, лепит музон. А мне нужен горячий, единый владыка с черным взглядом и страстью, но это все сон. Спасибо, Лизонька. Конечно, по бумажке читала, даже ни разу в экран не заглянула. Нет, один раз заглянула, так мельком так. Вот. Ну хорошо, библиотека у нас. Послушаем, что Денис приготовил. Дыхание слепит красками нового, уступая секунды взгляду в небо. Они теперь ценнее всех тех месяцев, а я как будто влюблен в эту планету. Лицо постепенно изменяет цвет, температура не желает вспоминать лето. А я пропитан солнцем, оставив время, белым паром распыляя сердце. Мы можем стать всем для целого мира, если жить мирно, как в зеркале, заполнив блики внутри тела, рисовать пейзажи, когда необходимо. Увидев лучи, хочется укрыться чистотой, бескрайне легкой свободы, но линии ладони шепчут другое. Ведь эмоции не имеют птицы. Спасибо. Спасибо. Вот Денис Дензу тоже прочитал стихи. Ну что, у меня вот тут есть мешочек, вот он. Там есть подарочки. Сейчас мы выдадим. Ох, какие красивые шарики. Золотые. Ну, шарики, шарики. Шарики мы подарим Лизе. Спасибо, Лиза, большое, вот, Дедушка Мороз. Расти большой и слушайся маму и папу. Хорошо. Так, а теперь вот у меня еще есть тут... Колокольчик, ну, это, мне, это мне. Мы подарим Денису Дензо. Денис, радуй тоже своих родителей и всех своих близких и знакомых и друзей. Хорошо, дедушка, договорились. Вот, скоро я уеду, но пока еще здесь. Вот, сани у меня тут рядом сидят, находятся. Олежки мои там, в общем, уже так это, поправились немножко. И скоро поеду дарить дальше всем подарки. Вот, а сейчас мне бы хотелось, конечно, спросить у вас, дорогие поэты, что у вас происходило вот в том году, который уже закончился, а сейчас у нас уже год змеи, насколько я понимаю. Хотя мне, дедушке русскому, это очень все сложно понять. Но пусть будет год змеи, у нас змеи тоже водятся. Вот. А что же происходило у поэтов наших дорогих? Рассказывайте. Постоянный творческий какой-то процесс и поиск. Сейчас я занимаюсь тем, что совмещаю хореографию. Прилетело что-то на меня. Совмещаю хореографию, поэзию, делаю экспериментальные постановки под музыку Шнитке, Бартока, Равеля. Это не классический вариант, это именно отпускание тела. Это поиск новых движений. И я думаю, что это будет очень интересное сочетание. Вот. То есть целый год Лиза Вавилина делала вот то, что она сейчас сказала. Очень интересно. Хорошо, молодец. Тебе за усердие еще мы тоже вот подарим вот такой шарик красивый. Спасибо, вот. Дарили меня прямо да, всю. Вот. А Денис, да, Денис, а как у тебя дела? Ой, год 2012 выдался таким насыщенным. Выпустил 2 аудиосборника стихов абсолютно разных. В просторах интернета их можно... отыскать, и пришел к тому, что надо совмещать поэзию, надо совмещать рэп, совмещать рок, совмещать картинное искусство и видеоискусство, и вот делать такую некую эклектику.
чем я буду заниматься, ну, чем я уже занимаюсь, и результат этого вы все увидите в 2013 году, вот, который наступил, собственно. Мне никак к этому не привыкнуть. Прям смотрите, симбиоз. летит, оно летит, золотистая змея ли прилетела, вот. Вы знаете, дорогие друзья, хорошо, вот у вас поэты, вы все такие слишком умные, ну и бог с вами, вот. Давайте стихи читайте. Зачитались те, кто в черной куртке, кто поставил елочкой ботинки, те, кто боль муссирует в желудке, поедая гамбургер-резинку. Распластались пестрые журналы, развалились книг шершавых томы, и бомжи в метро словно шакалы издавали плачущие стоны. Если бы деньги были в наличии, я бы рванула из ада компов. Жизнь превратилась в рутину безличную, улицы, лица с грудой оков. Грязь поглотила асфальты дорожные, шубы мокрые лезут в метро, губы повсюду обезвожены, но это мое родимое дно. Спасибо, Лиза. Вот видишь, уже по памяти прочитала. Очень хорошо. Нас в Вологде любят, когда не по бумажке все, потому что бумаги мало, хотя дров много, а бумаги-то мало у нас в Вологде. Потому что лесообрабатывающих всяких заводов перестало быть много. Но, надеюсь, будет, ведь мир у нас большой, век длинный. Вот. А сейчас Денис Дензо, ой, он теперь у нас даже вот какой-то шапочки. Серые оттенки жизни будут смотреться блекло. Даже под влиянием телевизора мизеры эмоций будут просыпаться посредством солнца и любви к мировым пространствам. Отдаются эхом слова развитого человека через облака и бескрайнее небо к формам знаний бесформенным в веках, к устоям морального обеспечения сквозь догадки навстречу к свету, не просто, но познание свет, абсолютное состояние мозга. Спасибо. Денис Дензо, философ, получается. А вот у меня тогда еще последний вопрос, прежде чем я, дедушка, такой вот странный уеду от вас и дальше буду людям дарить добро и всяческие подарки. У меня к вам такой вопрос, господа литераторы. А вот у вас ведь Новые года уже не первый год, наверное, да, уже происходит. Что происходит? Были какие-нибудь интересные истории в вашей жизни, связанные с Новым годом? А? Ой, припомнить бы что-нибудь такое. А? Знаете, дедушка, я сейчас только что почувствовал всю сухость своей жизни. Трудно припомнить. Хорошо, я вам расскажу историю от Тибула Камчатского. Дорогие телезрители, ну вот я вот рассказываю, что было. У Тибула Камчатского, наш поэт, дорогой, любимый, уважаемый, в Новый год пришел у себя, к себе на кухню, а он живет в таком общежитии, ну, там много семей. Вот. А там на кухне стоит афроамериканец, вот, его знакомый Джерри, я так уже говорю, вот, и пьет, извините меня, то, что он пьет большими стаканами. И говорит: Тибул, давай тоже по русской традиции. Тибул говорит: нет, я стопочку только. Вот. А Джерри, значит, стаканы. Вот. А Тибул ушел вниз. 31 декабря, уже через час, Новый год, через полчаса. Тибул, наш поэт дорогой, возвращается обратно, значит, наверх, и вдруг видит, что сверху несут просто на носилках санитары скорой помощи вот этого Джерри, афроамериканца, и поют, извините, песню «Ай-яй-яй-яй-яй, убей негра», вот. А ситуация в чем? Дорогой Джерри попытался, так сказать, в таком виде подмазаться к одной из дам, она его долбанула сковородкой. А, то есть это не водка? Нет, это была не водка. Это был Новый год, короче. Да, она его долбанула сковородкой, такая украинская гарная девчина. Вот. И в результате наш Джерри упал, вызвали скорую, врачи приехали. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот такой случай Тибул Камчатский поэт рассказал. Экстремал, в общем. Да, давайте и стишки слушаем еще. Замотало тело в пледы в простыни, что белы, как снег, летящий за окном.
И витают в голове плачевных мыслей стоны, и твоя спина раскрылась чуждым мне зонтом. Коньячиной пропиталась вся мансарда, нету сил заплакать, нет озвучить мысли. И витают самолеты, как петарды, мои чувства по пути к тебе зависли. Миллиметр до прикосновения, чуть подать рукой до ощущения кожи. Ты мне высказал, что все это забвение, я же возразила, что слова твои безбожны. Может, голодна тобою я, а может, тешу эго? Однозначного ответа не сыскала. Перешла шкала эмоций за грань мега. Знаю лишь одно, тебя я потеряла. Спасибо, Лизонька. Ну ничего, ты найдешь обязательно кого-нибудь. А вот, кстати, завершаю историю. История вот эта вот про Джерри кончилась очень замечательно. Все потом помирились, и все было хорошо у них. Это правда, абсолютно. Вот. Ну, бытовая история вот такая. А Денис, Дензо. На склоне эпох углядели тона, что сейчас видит каждый смотрящий. Со дна глубин и уплывают мнимые, на перепутьях без дела стоящие. Ничего не стоят, но мешают навязчивыми мыслями об упокое. Вне объема тех древних построек, отражающих сейчас прослойку рас, за пределами времени и стресса, отдаление, вечные процессии, мечт и дальних поколений речи, приближая встречу с зеркалом. Спасибо, Денис Дензу. Зеркало смотрится часто. А вот скажите, пожалуйста, дорогие поэты, сейчас, да, вот сейчас уже, вот через, буквально все, уже сани готовы, ой, пора мне улетать, ой, пора мне улетать. А вот знаете что, я вам скажу так, что в принципе, на самом деле, Новый год — это такая вещь замечательная, потому что все происходит заново, все, что у нас будет, имею в виду вас, дорогие телезрители, вот, и снежками будем кидаться, и всем-всем-всем. Вот. А сейчас вот я все-таки хотел бы вот продолжить эту тему. Ну как, не вспомнили ничего, что у вас в новом году было? Новогоднего такого. Вот я знаю, что поэт Владимир Антипенко один раз, вот, он скоро появится в этой студии. Это кто? Да есть такой человек. Вот. Да, он скоро появится в этой студии. Он один раз Новый год встречал, допустим, под елкой в лесу. Но все-таки хотел встретить. Шел на лыжах такой вот. А потом испугался чего-то и к людям обратно. А потому что вокруг волки бегают. И уже встретил его, на самом деле, в метро, едя домой. Вот, или как едя, или езжая, поезжая. То есть это уже вот в следующем году он уже ехал домой? Ну, это было с ним когда-то давно. Вот. Но это было в Новый год? Да, 31 декабря. Еще 8 часов вечера он еще был в диком лесу, костер пытался развести. Романтично. Да. Ну, а у вас как Новый год? Ой, на самом деле каждый раз по-разному. То я отпускалась в какие-то экстремальные путешествия просто по городу пешком. Просто какая-то импровизация постоянно происходила, знакомство с разными интересными людьми. То сноуборды, то зарывание в снег и какие-то вещания. У нас мы с подругой вещали там на видео наши какие-то пожелания добротные к публике. Вот. Ну, много чего на самом деле интересного. Ну... А как, радостный праздник? Радостный всегда. Я никогда не могла вот привыкнуть к тому, что надо уютно сидеть дома у телевизора там, с оливье или с винегретом. Все время какие-то внутренние позывы, не сидится на месте, надо тут куда-нибудь гульнуть. А у тебя, Денис? Ты так, к сожалению, сидишь дома и пишешь стихи. Нет, ну разумеется, я не дома сижу, но как-то с годами, к сожалению, этот праздник теряет свой блеск. Денису сейчас 18 лет. 19. С годами потерял у него блеск. Ну, подарочки получил, теперь-то хорошо, на сердце должно быть тепло на душе. Ну, в этой студии, конечно. Дедушка Мороз все знает. Ничего, поверишь еще на меня, еще поверишь. Хорошо, вы тогда читайте стихи, а я вынужден на санях улететь и дальше в небо полететь. До свидания, дорогие телезрители. Дедушка Мороз с вами прощается. До свидания. А поэты наши в студии остаются и читают, читают, читают. Такое не очень веселое стихотворение, конечно. Ну ладно. Амин после каждого дня. Болтание воли и сил. В уме из мыслей стряпня. Вонзилась внутро сотня вил. Опаслив каждый мой день. Любовь безнадежно кратка. Воротит упрямая лень, и жизнь уж слишком глотка. Дышу сигаретой немой, в соцсеть закопавши главу. Мой нравственный эра устой ведет меня в скуку дыру.
Слоняя тело в метро, я вижу невдохновенных, и крутится колесо сирых годов современных. Начало жизни, в половину второго, после сна, отстраиваться с нового места, в новом времени, других мыслях. Старое вдруг стало неинтересно ни в одном из исторических процессов обществ. Это только пыль. Они стали никем, впившись в мобильные, сделали смыслом изобилие еды. Но их нет, есть только я. Воображение венчает вера в окружение материальным миром. Главное – осознавать в себе, строя антиидеалы, в зеркалах лишь видеть понимание, представлять логично хаос в голове. Пока сомнений нет, но ведь они слабее веры, что не зря связь потеряна, и нечего терять среди вечного сна, и нету зла под этим светом. Только чувство тела и тоска. Я могу все, но что мне надо? Ее взгляд на фоне заката. Новый год с любимой. Если солнечный луч обмакнуть в тишину, незабудкой к холсту, словно синяя птица, коснуться хрустальным пером, то, наверное, можно услышать, увидеть, что чувствую я, когда женщина любит, когда новогодним шаром вся планета Земля улыбается нашему счастью. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот вновь на ваших, ваших экранах ваше общественное телевидение, театр поэтов, и я, ведущий авторской программы Владимир Антипенко. Вот. Дед Мороз такой вот нахальный все-таки пытался занять мое место, но у него ничего не получилось, потому что у него дел много. Вот. А у нас дел тоже много. У нас в театре поэтов столько всего произошло за этот год. Мы вручали премию всероссийскую большую. Вы понимаете, ребята, дело в том, что вот премия «Послушайте», поэтическая премия «Послушайте» имени Велимира Хлебникова, ее организовал, устраивал, как бы вот учредил театр поэтов «Послушайте». И все, кто в ней участвует, имеется в виду поэты, и все члены жюри, это наши гости. Вот наши с вами гости, понимаете? Да. Вот. Я так это воспринимаю. Вот. Поэтому вот так. Мы в музее усадьбы Державина провели фестиваль такой большой, имеется в виду фестиваль современной поэзии, который назывался «Красивые стихи». И там так, в таких колонных залах, в таких каких-то вот атмосферах мы самые красивые стихи вот свои исполняли. Пожалуйста, говори. Ты хотел что-то сказать. Что-то я хотел сказать, я уже забыл. Денис Денза, что-то хотел сказать. Я, может быть, я хотел сказать стихотворение. Давай. Хуже, когда легко и мозг сужен до молекул общественных идиом. Лучше, когда загружен поиском среди многих дорог. Варианты порока в разрезе идеалов моды. Среди своих все ясно, но фон времени выцвечивает коды красок. В итоге, кто здесь свой? Ведь моя тень так часто под вопросом. Легкий табак втайне от других, запах ветров, озерной воды. Я вспоминаю нежные ласки, смятение, страх, перспективы без сказки. Я остыла давно, вдруг упустела душа, и меркнут истинные краски этого дня. Я без эмоций и чувств на фоне злого упадка. Я прощаюсь с тобой, пусть это будет не сладко. Спасибо. Дорогие друзья, вот поэты замечательные свои стихи замечательно исполняют, замечательно ведущие, замечательные программы на замечательном канале. А меня зовут Владимир Антипенко, я всегда такое люблю это повторять. А сейчас вот Лиза Вавилина и Денис Денза отвечают на вопросы, что происходило в их жизни, они уже говорили. А вот, ребята, а скажите, пожалуйста, у вас что-то вот бытовое вообще происходит в жизни, или вы только все такие возвышенные, только стихи, все вот, все стихи? Вы знаете, иногда бывают очень сильные прямо улетания от реальности, от быта. Да. Конечно, там нужно иногда себя заставить помыть посуду, поприбраться и так далее, чтобы была как раз атмосфера. Ну, нужна чистая комната, нужно... Вот мне лично, чтобы было какое-то расположение вещей такое, чтобы я чувствовала эту творческую атмосферу, и тогда навевается. Допустим, у меня в комнате стоит рояль такого бежевого цвета, и висят картины, которые сама хаотично повесила, фотографии. И вот именно вот в этом пространстве я могу почувствовать вот эту волну вдохновения. И окна выходят еще на Никольский собор. Сколько ж у тебя метров комната, что там рояль стоит? 32 квадрата. А мне наоборот, мне нужно, чтобы творчество было, чтобы все было такое набросано, чуть ли не наплевано. Творческий хаос, да? Да, все, чтобы обои бодраны, вот тогда у меня что-то возникает. А у тебя? А мы про бытовую жизнь говорим сейчас? Лиза перевела стрелки на то, как у кого какое жилье, имеется в виду, кто в какой обстановке пишет стихи.
Но я пишу, чтобы мне писать стихи, мне надо менять обстановку периодически. Я это заметил за собой. А так вообще у меня все, я люблю, чтобы было на своих местах. У меня порядок и минимализм абсолютный в комнате. Ну, висят где-то там какие-то дешевые картины, распечатанные на бумаге. Все. Ясно. Еще хотела сказать, что стихи очень хорошо пишутся в метро или в автобусе, когда вот есть эта иллюзия движения, чух-чух-чух-чух, такое успокаивающее, а внутри нерв. И там, главное, много людей еще, ты смотришь на людей. Да, как-то у себя какое-то взаимодействие идет. Себя через них понимаешь, может быть. Это необъяснимо. Интересно, люди в метро интересные? Да, конечно. Наблюдать, да? Все люди интересные, да. Все люди интересные, они такие разные. Особенно в местах сплочения, типа седьмой, я просто там далеко живу. Я что-то в последнее время так смотрю и так думаю, господи, ой, дети орут. Этот мужик что-то стоит там, да. Там, Все же хорошо в меру. Хорошо. И быт тоже, конечно, влияет. Тоже, ну, работаю, учусь на третьем курсе. Занимаюсь спортом. И это тоже влияет на стихи, конечно. А работаешь, что делаешь? Работаю, занимаюсь рекламой в строительной фирме. Понял. Ясно. Хорошо, давайте стихи тогда. Поехали. Служила очередь моя в обмене силы. Когда я ходил стрелять, такой красивый, ты верила, я буду маг, а оказалось, я просто облачный дурак, и ты рассталась. Так долго продолжался снег, буянил ветер, какой-то хмурый человек мне не ответил. Я образумлюсь, я живой, поверьте, ветер, но все смеялось надо мной, и на рассвете я вышел поле целовать и умер стоя, ведь так бывает, что понять нельзя героя. Там комментарий один. Я вот все время, когда читаю, вот это, значит, служил очередь в мобильной серии, когда я ходил стрелять такой красивый, ты верила, я буду мака, оказалось, я просто обычный дурак, укравший парус, там, уставший, там, и ты рассталась. Всегда вот эту строчку так и не могу найти. Может быть, когда-нибудь я найду ее. Вот. А там есть косячок один. Я его знаю. Поле целовалось. Да, да. Ну, очень в целом образно. Стих, он такой вот эмоциональный все-таки. Вот. Написанный очень, конечно, давно, когда я был в таком же возрасте, как вот Денис Дэнс. Пожалуйста. Да, я вот уже у Дедушки Мороза попросила прощения снова по бумажке. Давай. Простыни ночи мокрые, нити ползут из-под спин, глаза из истомы сотканы, и стоны из-под картин. Свисает рука белая, и кружева лижут подушку, а я лежу рядом спелая, пью неги пенной кружку. Грани стакана мерцают, застыло внутри молоко, и запахи страсти витают, и ноги в блеклом трико. Белые стынут перчатки, у каждой своя на руке. Мы просто две психопатки, души в папье-маше. Склеены до конца жизни, сотканы в одни полотна, косами сплетены мысли, кольца в пальцы воткнуты, падают пятна от света, огненных языков. Ты по пояс раздета, ждешь моих ветреных слов. Я надвигаю кудри на твой тихий светлый лоб. Еще в одни летние сутки родился новый озноб. Улыбки святых истеричек, несущихся в руки друг друга, и порция в сливках лисичек во время дневного досуга. Арки серых камней стынут киселем в газонах, на фоне стены дождей, и мы бежим средь паромов. Спасибо. Лиза Вавилина. Сейчас. Пришло у меня на ум, что можно ставить. Служила очередь моя в обмене силы, когда я ходил стрелять такой красивый. Ты верила, я буду мака, оказалось. Я просто облачный дурак, и мы расстались. Нет. Фигня. Денис, давай лучше ты, да. Не получается. Это был слишком паршивый чай. Даже быстро смог мне понравиться. Трудно удивить вкусовые рецепторы когда-либо любившего. Случай свел меня в ванну взмокшего. Температура 35,9. Где-то в центре полки книга Довлатова. Я ловлю кайф планеты 2 метра квадратных. Из жара в холод. Левое полушарие за глаза издевается над новой фазой бездействия. Зрачки осматривают мерзкую атмосферу. Следствие детства на гаражах. Но страх не тут, он где-то в ней. Спасибо. Дорогие друзья, вот Денис Дензе, замечательный поэт,
Лиза Вавилина, прекрасная женщина и замечательный автор. Вот. Все такие мы хорошие. Вот Владимир Антипенко, который старый маразматик, не может найти строчку уже сколько, 25 лет не могу найти строчку нормальную. Вот. Может быть, это новая форма поэзии? Да нет, ну, так вот что-то не получается, наверное. Может, стих того не стоит, бог знает. Некий фристайл. Угу. Хорошо. Значит, что можно сказать? Вот сейчас, в новом году, театр поэтов «Послушайте» именно уже открывает регулярный сезон, еженедельный. Вот. И скоро в интернете ищите, где эта информация расположена. Театр поэтов «Послушайте» по поиску, там ВКонтакте или на Яндексе, или где. И лучше ВКонтакте найти нас. Вот. И хочу вот просто объявить, вы, наверное, первые, кто об этом услышите, так в кавычках, в принципе, но в принципе, что вот отныне вот теперь у нас будет именно так построено все, весь сезон, что каждому автору будет дано достойное время на воплощение его творческих идей. Как бы мы площадку такую откроем. Не так вот, как мы раньше сельди в бочках, там, по 5, по 2, по 3 минутки там лежит. Но зато здорово, можно так спектр было почувствовать, да? Да, а сейчас уже все готовы, чтобы там взять целое отделение, там, два поэта сделать, и поэтические спектакли, перформансы, встречи с авторами, и все это будет происходить. Хотел что-то сказать? Как часто будет проходить? Я же говорю, еженедельно сделаем. Каждый раз в неделю, да, и все будет нормально. Вот в конце, будет возможность высказаться. В конце января, да, уже у нас вот открытие скоро будет. Так что ждем всех вот в театре. Вот у нас такие замечательные поэты есть. Вот. Ну и что, ребята, давайте Новый год, ура, вперед, ура. Там снежную бабу лепить, там ура. Все как положено. Пока всем, ура!